Интернет-компания Yahoo сообщила о взломе 32 миллионов учетных записей своих пользователей за последние 2 года. В ходе расследования выяснилось, что хакерам удалось получить к ним доступ при помощи поддельных куки-файлов. Какую именно информацию они сумели добыть, пока неизвестно. Личности киберпреступников тоже пока не установлены. Однако в компании считают, что за массовыми взломами стоят спонсируемые различными странами хакеры. Те же, что провели крупномасштабный взлом серверов компании 2,5 года назад. Тогда киберпреступники украли данные 500 миллионов пользователей. Добавлю, американская компания Yahoo была основана в 1994 году. Ее поисковая система является одной из самых популярных в мире.